Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и прозвучала новость по поводу того, что грядет Blitz Master Spring. Мы можем все собирать команды, регистрироваться на отборочные турниры в этот Blitz Master Spring и попробовать поучаствовать в отборочных боях, попасть в Лигу Профессионалов, ну и, соответственно, побороться за главный приз с фондом в, между прочим, ни много ни мало, целых 20 тысяч долларов. Круто? Да, ребят, круто, но есть одна маленькая заковырка и проблема. Я задался вопросом, а турнир для раков будет вообще когда-нибудь или нет? Потому что если я, допустим, пойду участвовать, я понимаю, что я не заберу эти 20 тысяч долларов. Ну, просто по определению. И зачем вообще, в принципе, с этим всем заморачиваться? Зачем вот эти вот все посты по поводу того, что регистрируйтесь, собирайте команды? Какие нафиг команды можно собирать? Это все равно, что сказать, что будет проходить турнир по футболу. Собирайте среди своего двора классных ногастых ребят, регистрируйтесь, участвуйте и победите, получите 20 тысяч долларов. Только при этом всем, ребят, против вас будут параллельно играть такие команды, как Бавария, Барселона, Манчестер Юнайтед и Реал Мадрид. Ну, ребят, ну и так всем понятно, какие конкретно команды выйдут в финал. Да выйдут в финал команды профессиональных игроков, команды тех, которые действительно умеют суперски играть, и именно кто-то из них, ну, допустим, тот же самый Александр Злобин, которого я искренне уважаю, заберет его команда 20 косарей баксов. Зачем вот это вот все, чтобы мы все куда-то регистрировались? Чтобы что? Чтобы попытать удачи и где-то там в начале, вау, победить одну там катку и потом гордо бить себя пяткой в грудь? Нет, ребят, я надеюсь, что когда-нибудь разработчики все-таки захотят сделать в этой игре турнир, в котором действительно смогут забрать свои награды люди, которые не сильно профессионально играют, но преданные фанаты данной игры. Ребята, которые смогут, допустим, там со своими 50 или там 55% побед, смогут поучаствовать нормально и полноценно и забрать какие-то достойные хорошие плюхи. Ну а до тех пор, пока это не случится, мы с удовольствием будем наблюдать за данными чемпионатами. Мне лично очень сильно нравится смотреть за тем, как играют мегапрофессионалы. Ну и, соответственно, они, наверное, не зря забирают свои призовые фонды. Поэтому приятных просмотров вам, грядущих трансляций. Ну а что касается участвовать в турнире или нет, здесь решать, безусловно, вам. На данный момент у меня все. Это честное мнение по поводу грядущего Blitz Master Spring. Подписывайтесь на канал, буду всегда вам рад. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока!